Добрый день, дорогие друзья! С вами Марина Кабанова. И сегодня хочу рассказать об одном проекте, который я случайно наткнулась в интернете. Это проект BizCom. Компания вот, Business Communication является рекламным синдикатом, который зарабатывает на рекламе и маркетинговых исследованиях рынка. Судя по Алексу, рейтинг этой компании обещает большие перспективы. Что вот мне понравилось? Уникальность проекта в том, что не надо платить за участие, не надо покупать никакие стартовые пакеты. Компания сама платит вам не 10, не 20, а $550. Просто так, за регистрацию вашу. Давайте вот посмотрим форму регистрации и затем отметим, что еще дает компания нам при активном участии. Вот под этим видео есть ссылка на регистрацию или аналогичная форма дается на этой странице сайта. Заполнить можно и там, то есть в том месте, где вам удобно. Вот давайте посмотрим форму регистрации. Сначала идет личная информация. Имя пользователя. Здесь нужно указать e-mail адрес. Сразу говорю, что советую завести новый свой e-mail, желательно на gmail.com в Гугле. Почему? Потому что не забивать свою основную почту. Сюда будет приходить корреспонденция со знаком BizCom, и вы сразу будете ее определять и вычитывать. Имя, фамилия указывается на русском языке. Дальше нужно придумать себе ID. ID – это слово на латинском языке. Придумать себе логин, который будет в вашей реферальной ссылке. Дальше идет подробная дополнительная информация. Вот если есть сайт, желательно, конечно, указать ваш сайт. Если нет, пропускаете. Но что здесь важно? Здесь важно заполнить как можно все поля вот этой регистрации. Место работы указываете, улица, дом, квартира, город, область, страна. Выбираете Россия, Украина, там Казахстан. Индекс какой есть. Телефон указываете мобильным, в международном формате, понятно, да? Пол, женский, мужской, год рождения. И вот смотрите, обязательно указать надо страница в Фейсбуке и страница ВКонтакте. Желательно с вашими фотографиями, чтобы можно было идентифицировать и понять, что вы реальный человек, а не вымышленное какое-то лицо. Для компании важно, чтобы это был реальный, конкретный человек. Дальше ICQ. Если есть у вас номер, значит, выставляете. Если нет, пропускаете. Дальше профессия, образование. Чем интересна компания? Даже если укажете просто иметь дополнительный доход, тоже очень хорошо. Наличие загранпаспорта. Приветствуется, конечно, когда есть загранпаспорт, указываете. Но если нет, ставите нет. Дальше вот здесь нужно указать дополнительный e-mail. Здесь вы ставите или основной свой e-mail. Сюда будет реже приходить корреспонденция. Но сразу скажу, на первый e-mail основной приходит ссылка на подтверждение регистрации и бросается письмо с ссылками на те сервисы, в которых надо зарегистрироваться. Именно с этих сервисов будет приходить вся информация, которую нужно вычитывать по поводу работы. А вот на второй e-mail, который мы указываем в конце, дополнительный e-mail, да, сюда компания часто сбрасывает пароль для входа в систему. То есть вам дается логин, логином будет считаться первый e-mail, а пароль это компания дает сама. Поэтому второй e-mail обязательно нужно указывать. Дальше мы смотрим на методы выплаты. И здесь популярный PayPal есть метод. Можно указывать его, если есть, если нет, можно легко зарегистрироваться. Банковский перевод. Я, например, выбрала WebMoney. В долларах стоит Z. Как только вы ставите WebMoney Z, сразу высвечивается номер. Нужно указать номер. Но если у вас на сегодня, как только вы регистрируетесь, нет ни PayPal, WebMoney нет, то здесь можно выбрать графу «Укажу позже». То есть это всегда можно указать позже. В основном это нужно для вывода денег уже, потому что вам ничего платить не надо. И обязательно ознакомиться с условиями, которые даны вот ниже. Здесь компания подтверждает, что действительно она платит вам $550 как бонус на ваш счет сразу же после регистрации.
Дальше она подтверждает, что за приглашение друзей, которые вы лично пригласите, то есть которые пройдут по вашей реферальной ссылке, вы получаете $200 за каждого человека. Если приглашенный друг тоже пригласит друга, вы получаете еще $50. То есть на каждом последующем уровне за приглашение получаете $50. Так со второго по пятый уровень по $50 с каждого человека вы получаете на счет. Но компания не только эти деньги нам выплачивает, она, самое главное, платит ежемесячно за чтение литературы $300 на счет. Ей важно, чтобы мы читали ту корреспонденцию, которую она высылает. И, конечно, просьба вычитывать ее до конца, иначе будут там счетчики стоять. Компания может не принять, что вы выполнили работу, если вы зашли и вышли сразу же из этого сайта. Поэтому $300 на счет дополнительно каждый месяц получаете. И, в общем, идет вот такое накопление. Компания еще нам что дает? Это плата за клики. Те, кто активно распространяет информацию и дают свои реферальные ссылки, компания платит 10 центов за каждый клик, который вот поступает на эту реферальную ссылку, вашу личную. Если кликают на ссылки ваших друзей, вы получаете 2 цента за клик. То есть вы даете рекламу, и вам компания платит за эту рекламу. Но, конечно, не приветствуются накрутки. Компания штрафует и даже может удалить аккаунт. Поэтому клики учитываются уникальные, которые поступают с различных IP-адресов, то есть разных компьютеров. Компания вычисляет сразу накрутку, и лучше на это не останавливаться на этом. Дальше вы ставите «Я принимаю условия положения» и нажимаете «Регистрация». Как только вы нажали «Регистрация», сразу открываете свой почтовый ящик, первую электронную почту, и смотрите подтверждение этой регистрации, корреспонденция дальше, какая придет, все нужно зарегистрироваться. И второй адрес открываете для того, чтобы увидеть пароль. Когда вы получаете пароль, она приходит в течение 50 минут, вы тогда заходите в систему, то есть заходите на свой аккаунт, который уже есть на ваше имя. Чтобы войти в аккаунт, вы можете на этой же странице сайта внизу ввести логин и пароль и попадете в ваш аккаунт сразу же и увидите $550. Либо вы здесь же на этой странице нажимаете «Подробности» либо «Частые вопросы». Вверху есть меню «Обзор», «Частые вопросы», «Подробности», «Регистрация». Вот мы были на регистрации. Если нажать «Подробности», вам высветится вот такое поле. С правой стороны вверху стоит «Current affiliates can't login here». Это вход в систему. Вам нужно только нажать на эту линию. Открывается поле «Логин-пароль». Вы входите и попадаете в свой аккаунт. То есть вы попадаете вот в такой аккаунт, где у вас будет стоять здесь $550 и 0 оплаченных, 0 на рассмотрение. Здесь все как положено. Вот сегодня 4 дня, и за 4 дня 558 стоит и 14 у меня. То есть $8.14 это за клики, которые пришли, 42 клика уникальных. И вот за 42 клика пришло $8.14 за 4 дня. И $1600 вот у меня стоит на рассмотрение. Что это значит? Сразу скажу, чтобы не было иллюзий, что вот 1600 это 8 человек, еще 4 человека, 2500, ему сразу можно выводить. Не так все просто. Вот та сумма, которая стоит в одобренных, сейчас на сегодняшний день это 558. Как только здесь накапливается 2500 в одобренных, вы можете ставить сразу же на вывод. Но пока она не накопится, даже если здесь будет на рассмотрении $3000, эта сумма не выводится. Вот эта сумма, которая на рассмотрении, сейчас 1600, она переходит через 6 месяцев в одобренные. И тогда можно вывести. И если за 6 месяцев у вас будут на рассмотрении $30000, $40000, вы смело можете их ставить на вывод вместе с
550 долларов, которые здесь будет, которые у вас уже есть, они уже одобренные. То есть вы эту сумму можете выводить. Ну, плюс еще 300 долларов, которые будут поступать каждый месяц. То есть компании важно видеть активность и работу, а работа самое главное – это чтение того материала, который она высылает. Поэтому я так думаю, что 6 месяцев проходит очень быстро. Когда-то наступит сейчас зима, наступит лето, и это будет хороший подарок к летним каникулам, отдыху. Поэтому стоит поработать, даже если никого не приглашая, и получить 2500 к лету, это тоже очень хорошо, я считаю. Поэтому регистрируйтесь. Реферальную ссылку вот в этом своем аккаунте вы найдете, нажав на поле «Начало работы». С левой стороны вверху здесь, внимание, ваша ссылка для приглашения друзей и рекламы. Ссылку эту копируете и смело вставляете себе на сайт в рекламе. Единственное, не приветствуется рассылать эту ссылку как спам электронной почтой незнакомым людям. Если это будут отзывы плохие, компания может удалить аккаунт. То есть спам не приветствуется. Сразу это нужно принять. Ну, а все остальные материалы, отчеты здесь, отчеты кто, статистика продаж, все видно. Фамилия, имя, когда человек зашел, когда... То есть здесь полный дает отчет. Здесь можно походить, посмотреть, плюс диаграммы, комиссии, по поводу продвижения даются баннеры, ссылки. Все здесь дается, даже заготовлен текст, который рекомендуется рассылать. Ну, лучше придумывать свой, чтобы был текст оригинальный. Поэтому всем желаю успеха в новом проекте, удачи и всего самого хорошего. Всем пока-пока!